Юлия из Абакана спрашивает, где ей закрыть больничный лист. Его медики открыли в республиканском диспансере, но в медучреждении говорят, что не закрывают больничных. Участковый врач говорит, тоже не может его закрыть. В Минздраве республики ответили, поскольку Юлия жительница Абакана, то закрывать больничный лист ей необходимо в Абаканской межрайонной клинической больнице по адресу Чертыгашева, 57. Больничные листы передают и закрывают только по месту жительства. Предварительно нужно записаться на прием к врачу по своему заболеванию, например, к лору, офтальмологу или кардиологу. Это можно сделать не только в регистратуре, но и через портал госуслуг.